А детям, изучающим якутский язык, подарок к Новому году преподнесли мультипликаторы. В свет вышла четвертая серия мультфильма «Лисенок Тако». Данный проект выходит при поддержке общества «Алмазы Анабара», дочернего предприятия «Алроса». Основная цель и задача мультфильма – научить малышей от 2 до 5 лет якутскому языку. «Лисенок Тако» учит детей заботиться о природе, трудолюбию и другим традиционным ценностям. Новая серия называется «Самолет». Ее можно бесплатно посмотреть на YouTube-канале «Чохон».